это было? Уходим, живо! Слышал об обрушении? Да. Я собираю спасательную миссию. Там 26 шахтеров, и у них кончается воздух. Доставим оборудование за сутки, сможем их спасти. Есть шанс успеть? Дорога по озеру крайне опасна. Знаю. Твой механик? Один из лучших. Ничего себе. Есть еще один водитель, но нужно 50 баксов. Зачем? Тюремный залог. Стой, что? Говорил же, будет непросто. Я в деле. Погнали! Единственный путь через озеро по льду. А он тает уже 5 недель. Если они успеют, то вскроется правда. Они не должны доехать. Кто-то пытается убить нас. В шахте мой брат! Это уже личное. Они за это ответят. Черт, что это было? Господи, дело плохо. Трещины растут и продолжат расти еще 2-3 километра. Придется двигаться и быстро вперед! Нет! Режь трассу, ты вас затянет! Ты не умрешь! На помощь! На помощь! Меня кто-нибудь слышит? Мы близко. Только держись. «Ледяной драйв». Только в кинотеатрах с 25 июня.